Обращаюсь ко всем, кто рядом. Послушайте, кислорода мало, а скафандра у меня нет. После аварии в грузовом отсеке я вынужден закрыться в этом контейнере. Но я не могу пристыковаться к станции. Я вас вижу. Мы заперты в грузовом отсеке. В безопасности. По крайней мере, пока. Попасть внутрь будет непросто. Шлюза больше нет. Взрыв все уничтожил. Попробуйте использовать грузовые контейнеры. Thank you.
Стоп, что вы делаете? Прекратите, черт побери! Состояние атмосферы. Морган, я вас вижу. Мы заперты в грузовом отсеке. В безопасности. По крайней мере, пока. Попасть внутрь будет непросто. Шлюза больше нет. Взрыв все уничтожил. Попробуйте использовать грузовые контейнеры. Станет моей могилой. Даже спертый воздух Талоса, пахнущий антибиотиками, кажется мне свежим. Спасибо, доктор Ю. Но я думал, и так я вижу, вы уже не бегаете, словно белка в колесе воспоминаний. Надеюсь, вы придете за мной. Было бы здорово увидеть знакомое лицо. Я передаю код ящика, в котором нахожусь. Нашли доктора Игве. Он работал в лабораториях симуляции и психотроники. Он может... Доктор Ю, Морган, сюда. Офицер Кул, мы не можем открыть дверь. Сюда тут же ворвутся наши друзья. Поднимитесь на мостки, мы вас впустим.
Твою мать! С вами ссориться опасно! Вы всех убили! Давайте я открою дверь, сэр! От ППН-8 пользы не больше, чем от брызгалок. Мы проверили все снаряжение Игве. Никакой органики, он чист. Говорят, доктор Игве дрейфовал за бортом в контейнере. Если бы он там остался, мог бы нас пережить. Доктору Игве повезло. Хорошо, что вы... От одного вида этих тварей меня тошнит. Запрос нового оператора. Медоператор Тан Старк класса пирамида 490 готов. Не заденьте проем. Морган Ю. Удивительно, как вам удалось сбежать из лаборатории. Симуляции. Да, знаю. Я заглянула в журнал Шаттла, когда поползли слухи о вашей отставке. Что я узнала? Вы прибыли в лабораторию, но не покидали ее. Это было невозможно. Но, похоже, вы сбежали, как и эти ваши создания. Ваш брат говорил, что они не вырвутся на волю. Боюсь, новости так себе. Мы держимся, но сила уже на исходе. Наше табельное оружие против них все равно, что хлопушки. Путь на Талос лежит через грузовой отсек Б. Он заперт ради нашей безопасности. И вашей тоже. Хотите код? Помогите нам тут укрепиться. Нам нужны турели. Много турелей. А для этого нам потребуются сборочные чертежи и исправный фабрикатор. Ни того, ни другого мы пока достать не можем. Чертеж лежит в сейфе кабинета службы безопасности. Но пробоина в корпусе отрезала нас от него. И все же, если у вас есть скафандр и желание проветриться, было бы здорово. Так, Морган, я не знаю, что вы задумали, но не забывайте, главное — сохранить жизни тех, кто еще не погиб. Если мы не перебьем этих тварей, они все равно сюда проберутся. Добро пожаловать. Не знаю, чем я могу помочь? Диви. Эти трансдоровские ППН-8 показуха. Много с ними не навоюешь. А вот с турелями ликвидатор у нас будет шанс выжить.
Эй! Кевин так и не узнал, что стало с его женой. Танико. Жаль, что я плохо ее знал. Она была такой тихой. Ходи, только покажись. Пока ничего не вижу. Надеюсь, там ничего нет. Я погляжу. Сдохни, наконец! Черт, от одного вида этих тварей меня тошнит. Запрос нового оператора. Не знаю, повезло ли Гиви... доктору Игве быть здесь. Может, лучше было оставаться в ящике. Рад снова видеть вас, доктор Ю. Не заденьте проем. Морган Ю. Удивительно, как вам удалось сбежать из лаборатории симуляции. Да, знаю. Я заглянула в журнал Шаттла, когда поползли слухи о вашей отставке. Что я узнала? Вы прибыли в лабораторию, но не покидали ее. Это было невозможно. Но, похоже, вы сбежали, как и эти ваши создания. Ваш брат говорил, что они не вырвутся на волю. Боюсь, новости так себе. Мы держимся, но силы уже... Наше табельное оружие против них все равно, что хлопушки. Путь на Талос лежит через грузовой отсек Б. Он заперт ради нашей безопасности. И вашей тоже. Хотите код? Помогите нам укрепиться. Нам нужны турели. Много турелей. А для этого нам потребуются сборочные чертежи и исправный фабрикатор. Ни того, ни другого мы пока достать не можем. Безопасности. Но пробоина в корпусе отрезала нас от него. И все же, если у вас есть скафандр и желание проветриться, было бы здорово. Так, Морган, я не знаю, что вы задумали, но не забывайте, главное — сохранить жизни тех, кто еще не погиб. Помните, доктор Игве, дай ее Игве. Ваш брат Алекс поручил мне исследовать нейромоды. У меня есть один... но без матрицы. Приберегал его, но... наверное, сейчас самое время. Вот, он вам наверняка пригодится. Дуракам везет.
Если найдете выход, уведите доктора Игве. Может, он вам пригодится. Подальше от меня. Рад снова видеть вас. Ну как вы тут? Кажется, держите строй. Можно как-то включить. Вы о чем? Поговорка такая. В смысле у вас? Оповещение. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Оповещение. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Проверка силового контура. Фабрикатор подключен. У вас получилось. Вы нам еще не надоели, так что возвращайтесь в целости. Ладно?